Школьников региона научат гражданской грамотности. Детали работы системы местного самоуправления сейчас изучают педагоги со всего региона. Целый курс посвятили основам взаимодействия с чиновниками и системой в целом. Результатом обучения станут проекты, планы уроков для старшеклассников. Преподаватели адаптируют всю полученную информацию и передадут уже своим ученикам. Это очень важно с точки зрения формирования молодого поколения не теоретических знаний, а практических навыков. Что такое местное самоуправление, какими полномочиями обладают на этом уровне депутаты, как с ними взаимодействовать, как донести до них те вопросы, которые реально являются значимыми. Большая проблема нашего современного российского общества – это отсутствие политической культуры, в частности, неумение взаимодействовать с органами власти. Ну и я считаю, что этому надо учить в школе, в старших классах, потому что 18 лет современные школьники достигают именно в 11 классе, им уже выручают избирательный бюллетень, и многие не знают, что с ним делать. Семинар на еще одну серьезную тему проходит сегодня в Самарском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. Посвящен он проблеме терроризма и экстремизма. Преподаватели, студенты, ученые обсудят возможное взаимодействие в целях противодействия этим явлениям.